Семена годятся и крупноцветковой богема, богома, вырастут компактными декоративными кустиками, усыпанными цветами-колокольчиками. Однолетник невысокий, максимум достигает 50 см. Листья усколонцеотные приятного темно-зеленого оттенка. Цветение начинается в июле, продолжается до октября. Бутоны привлекательные, крупные, двух вариантов окраски, белоснежные или карминно-красные. Растение часто используется для оформления переднего плана клумб, палисадников. Требует солнечного местоположения или полутени, и постоянно увлаженного, легкого, питательного грунта. Годеция крупноцветковая богема – это однолетнее растение высотой 40 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Годеция прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания годеция и прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает годеция крупноцветковая богема в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в красный, белый, карминовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме усколанцетный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.